Обычно процессы появляются, делают свою работу и завершаются, не требуя никакого внимания. Но бывают случаи, когда администратору все же следует вмешаться. Давайте разберем пару таких ситуаций. Самое популярное – зависание процесса или системы. Я думаю, все сталкивались с такими ситуациями, когда какой-то процесс начинает использовать слишком много оперативной памяти или ресурсов процессора. Это приводит к тому, что каким-то другим процессам, той же оболочке, перестает хватать ресурсов и все начинает зависать. Чтобы решить проблему, сначала нужно понять, какой процесс во всем виноват. Для этого нужно увидеть список процессов, которые используют большую часть ресурсов. Это нам покажет утилита TOP. Наверху отображается общая информация по системе. Давайте пройдем по каждому из значений. Первая строчка – вывод утилиты uptime. Итак, текущее время в системе, сколько времени система включена. Хоть тут и написано user, подразумевается количество залогиненных сессий. Это может быть хоть один пользователь, хоть какие-то другие. Эмулятор терминала дает нам оболочку без входа, то есть в ней мы не логинимся. А вот виртуальный терминал – оболочку со входом. Давайте для примера я залогинюсь тем же пользователем в виртуальном терминале. И теперь здесь отображаются два пользователя. Кстати, информацию о залогиненных пользователях можно увидеть с помощью утилиты W. Дальше. Среднее значение загрузки системы за минуту, 5 минут и 15 минут. Есть свои нюансы подсчета этого значения, поэтому рекомендую почитать статью на Википедии, ссылка в описании. Дальше информация о количестве процессов. Во-первых, сколько всего запущенных процессов, сколько процессов выполняются в данный момент, сколько процессов просто спят в ожидании каких-то данных, сколько процессов остановлены. Вообще, процессы можно останавливать. В этот момент они все еще находятся в оперативке, но перестают посылать код на процессор. Просто ничего не делают. Допустим, когда несколько программ пишут данные на диск, то у диска перестает хватать скорости. Вы можете временно остановить какие-то из программ, чтобы другие ускорили свою работу. Но нужно понимать, что это очень специфично, и разные программы могут по-разному на такое реагировать. Допустим, если программа работает с сетью, и ее остановить, то, скорее всего, сетевое соединение прервется. Как останавливать программы, мы разберем чуть позже. И сколько зомби-процессов. Когда один процесс запускает другой, то он является для него родительским процессом, а запущенный – дочерним. Так вот, когда дочерний процесс выполнит свою задачу, он умирает, держа в руках табличку со статусом завершения, мол, все окей или не окей. Такой процесс называется зомби. При этом родительский процесс должен прочитать эту табличку, тем самым отпустив зомби-процесс с покоем. Зомби-процессы не используют никаких ресурсов, просто пока родитель не прочтет статус, они все еще числятся в таблице процессов. Но если родительская программа плохо написана, она постоянно создает дочерние процессы, с которыми не прощается, то со временем таблица будет заполняться зомби-процессами. А количество процессов в таблице ограничено. Для 32-битных систем максимальной может быть примерно 32 тысячи записей, а для 64-битных – 4 миллиона. Но это значение можно поставить и поменьше. Увидеть текущий максимум можно, взглянув на файл proc-sys-kernel-pid-max. Обычно для пользователей ставят свое ограничение на количество процессов. Это можно увидеть с помощью команды ulimit с ключом u. Ограничение у пользователя ставится, чтобы какой-то один пользователь не забил всю таблицу, либо не запустил слишком много процессов. Ведь когда таблица забита, например, теми же зомби-процессами, то ничего сделать с системой не получится, потому что не получится создать новый процесс. Остается разве что по-жесткому перезагрузить систему. Чтобы у пользователя ограничить количество процессов, нужно в его файле bash-profile выставить значение, например, ulimit-u1024. Но этот файл обычно может редактировать пользователь. И если у вас много пользователей или вы не доверяете ему, то, как правило, ограничения устанавливаются в файле etc-security-limits.conf. Либо внутри директории etc-security-limits.d создается файл, название которого заканчивается на .conf.
Пример есть в файле etc/security-limits.conf. Нас интересует параметр nprocs, number of processes, количество процессов. Это все превентивные меры, которые защищают работу самой системы. Но если же у какого-то пользователя забилась таблица процессов и он не может запускать новые, то нужно избавляться от родительского процесса. Мы это рассмотрим чуть позже. Дальше немного информации про использование процессора. Информация отображается в процентах. По сути, это процент времени, который процессор потратил на те или иные задачи в промежуток времени обновления информации в топ. По умолчанию это 3 секунды. Но на первом примере, надеюсь, станет понятнее. Итак, US – это User Spool Time, то есть время, потраченное на User Space. Под User Space подразумевается пользовательское пространство. И пусть вас не путает слово User, речь идет о всех программах, кроме ядра. Для ядра есть пространство ядра – Kernel Space. Допустим, если взять веб-сервер, то сама программа веб-сервера, браузер, всякие утилиты – все это User Space. А ядро при этом отвечает за работу с сетью. Это kernel space. Так вот, первый параметр – это время, выделенное процессором на работу user space программ. Допустим, если из 3 секунд, 1,5 секунды процессор потратил на выполнение всяких программ пользователя, либо веб-сервера, либо всего такого, то тут значение будет 50%. Но нужно понимать, что процессор не уделяет все эти 1,5 секунды чисто одному процессу. Какие-то доли секунд на один процесс, какие-то доли секунд на другой. И вот суммарно на User Space программы тратится столько-то процентов времени. C – это System Spool Time, собственно, время, потраченное на Kernel Space. NI – это Nice Spool Time, время, потраченное на процессы с низким приоритетом. Процессов в системе много, каждый из них выполняет свою задачу. Какая-то из них важная и нужна срочно, какая-то нет. Например, у меня рендерится видео, и тут мне по работе присылают кучу документов в сжатом архиве, и мне нужно все это разархивировать, поработать и заархивировать. На оба этих процесса требуется много процессорного времени, поэтому мне придется либо остановить рендеринг, либо долго ждать, пока разархивируется файл. Но используя приоритеты, я могу сказать, что пусть рендеринг займет чуть больше времени, но мне нужно срочно сейчас выполнить новый процесс. Для выставления приоритетов используется утилита nice и числа от минус 20 до 19. Так как nice в переводе вежливый, то чем больше число, тем вежливее программа. То есть программа с приоритетом 19 будет уступать процессорное время другим процессам. Таким образом, минус 20 – это наивысший приоритет, а 19 – это низший приоритет. Приоритет по умолчанию – 0. Это можно увидеть, просто выполнив команду nice. Причем более высокий приоритет, например, минус 1, минус 2 и так далее, обычный пользователь не может задать. А вот приоритет пониже можно. Например, чтобы запустить Firefox с приоритетом 5, я пишу nice минус n 5 Firefox. Чтобы посмотреть текущий приоритет, я использую ps-el. Допустим, ps-el grep Firefox. Обратите внимание, что 5 указано в столбике не. Это niceness, то есть вежливость. А слева от него написано pre, приоритет. И он отличается от того, что мы указывали в утилите nice. Это потому, что в nice мы указываем желаемый приоритет программы. Но во время работы ядро распределяет приоритеты по своей шкале. И поэтому priority показывает текущий приоритет в ядре, а nice – заданный приоритет. Если же программа уже запущена, ее вежливость можно изменить с помощью renice. Причем всегда можно повысить вежливость, тем самым уменьшив приоритет, если, конечно, процесс запущен от вашего пользователя. Но для повышения приоритета нужны права суперпользователя. Пример утилиты renice, renice-n10 и processID. Обратите внимание, что здесь я использую идентификатор процесса. Пойдемте дальше. ID от слова idle – время, проведенное в ожидании. Как вы видите, большую часть времени процессор простаивает в ожидании программ. WA – Input-Output Wait – время, потраченное процессом на ожидание чтения или записи на диск. То есть, какая-то программа работает, и в какой-то момент ей нужно записать данные на диск. Это занимает время. И пока это происходит, процессор простаивает.
Ну, на самом деле не совсем простаивает, он может и другими делами заняться, но в любом случае для данного процесса он простаивает. HI – Hardware Interrupts – аппаратные прерывания. Когда какое-то оборудование, допустим, жесткий диск или сетевая карта, пытаются сообщить процессору о каком-то событии, оно посылает процессору сигнал, называемый аппаратным прерыванием. Ну и, собственно, этот параметр в топ – время процессора, потраченное для аппаратных прерываний. SI – Software Interrupts – это уже программное прерывание. ST – Still Time – это параметр, относящийся к виртуальным машинам, и говорит он о том, какое время реальный процессор был недоступен виртуальной машине, потому что он был занят гипервизором или другими виртуальными машинами. Дальше у нас немного про оперативную память. Как видите, здесь написано M и B MEM. Это MEBI-биты. Если вы раньше считали, что в каждом килобайте 1024 байт, а в каждом мегабайте 1024 килобайт, то это не совсем правда, потому что в одном килобайте 1000 байт, а в одном мегабайте 1000 килобайт. А вот 1024 относится к кибибайтам и мебибайтам. Но эти значения не сильно отличаются, и можно догадаться, что 1800 с лишним мебибайт – это 2 гигабайта оперативной памяти. Первое значение – total – сколько всего оперативки в системе. Второе значение – free – сколько оперативки свободно. Вас может смутить, что тут очень мало, но на самом деле нужно смотреть третье значение – used – сколько оперативки используется. Казалось бы, математика простая. От общего числа отними используемое, и получится свободное. Но тут не получается. Есть даже специальный сайт linux8myram.com, который говорит: не паникуйте, все норм. Нужно понимать, что оперативка создана, чтобы ее использовали, поэтому Linux старается выжать из нее максимум. Если она свободна, то Linux использует ее для кэша диска, то есть хранит часто запрашиваемые файлы с жесткого диска в оперативке, тем самым все работает быстрее. Если же какой-то программе понадобится оперативка, то она запросто отожмет это место у кэша. buf/cache – собственно место, используемое для кэша. Таким образом, если хотите знать, сколько используют оперативки ваш Linux, смотрите значение used. Вся остальная оперативка свободна для других программ. Кстати, как и с количеством процессов, вы можете ограничить количество виртуальной памяти, выделяемое каждому процессу. Для этого можете использовать ULimit с опцией V, указав количество памяти в килобайтах и написав в bash profile, чтобы это всегда работало. Либо нужно записать в etc/security/limits.conf, прописав свое значение с параметром as, адрес space limit. Примеры написания даны ниже. Ну и последняя строчка swap – это такой локальный филиал оперативки на жестком диске. Когда оперативке перестает хватать места или ей требуется освободить место для более активных процессов, она может использовать специальное пространство на жестком диске или SSD-шке. Это может быть как специальный файл, так и целый раздел. Это бывает полезно на некоторых серверах. Раньше это было полезно и на домашних компьютерах, когда не хватало оперативной памяти. Но сейчас оперативки обычно много, и все это уже не актуально. Подкачка еще используется для спящего режима, но его размер должен быть больше оперативки, а это не всегда рационально, когда речь идет про SSD и большое количество оперативки. Ладно, я думал, что в этом ролике закончу с процессами, но в процессе работы я решил, что будет полезнее раскрыть некоторые моменты. Информации получилось много, но мне есть еще о чем рассказать, поэтому будет продолжение. А пока я подготовлю еще одну часть, попробуйте поиграться с лимитами. Ограничьте у своего пользователя количество процессов или оперативной памяти у процессов и посмотрите, что из этого выйдет. Не забудьте предварительно снять снапшот виртуальной машины. Как это делать, я показывал в конце видео с установкой CentOS. Выставив небольшое значение, возможно, вы не сможете зайти даже в систему. Постарайтесь исправить ситуацию без использования других пользователей или восстановления со снапшота. И расскажите в комментариях, как вы это сделали.